Чудотворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. молимся, благослови нас. Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего, Николая архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святого благоверного великого князя Александра Невского, и же во святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святых, славных и добропобедных мучеников, новомучеников и исповедников, великие княгини Елисаветы и всех святых, молимся многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благостояние святых Божиих церквей, о спасении и помощи, с учанием и страхом Божиим труждающихся и служащих отец и братья наших, о вставшихся его честных служащих, о исцелении немощных лежащих, о успении о славе блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших, отец и братья наших, где лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах служащих и о всех служащих и служивших во святей обители сей, многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всевречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же во святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, и же во святых отца нашего Спиридона, епископа Древнефунского, чудотворца, святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольная великие княгини российские Ольги, и живо святых отец наших, сия Россия Чудотворцев, Михаила, Бедра, Алексионы, Филиппа, Ермогина, Иннокентия, Макария, Дмитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Сафа, Петерима, Иоанна, Иннокентия и Сафрония, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеймона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерпцев Бориса, Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих чудотворцев вечерских, и подобного богоносного отца нашего Иова, игуменного Чаевского чудотворца, и подобных и богоносных отец наших Сергия, игумена Радонежского чудотворца, и преподобного Серафима Саровского чудотворца, святого благоверного великого князя Александра Невского, священномученика Николая Пресвитера, и преподобномучениц Евгении с ней мучеников Протоя, Кинфа и Клавдии, и преподобного Николая Монаха, и преподобномученика Иннокентия, священномученика Сергия Пресвитера, святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, ожени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи. Помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и человеколюбец. Аминь. Господи, доме Ефрахов. Сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во свете обители сей, граде сем, и во всем мире твоем, и вкушающий от них, верные освети, яко ты еси благословляй, и освящай всяческое Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем с обезначальной твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим твоим Духом, и непресно и во веки веков. Благословися имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. на море тверястем, явися же сице, Яков купе Симон Петр, и Фома нарисаемый близнец, и Нафанаю, и же две тканы галилейские, и сына Зеведеева и Иина от ученик его два, глагола им Симон Петр, иду рыбу ловите, глагола шеему идеме мы с тобою, иду доша же вседоша аби в корабль, и в ту ночь не яша, не часо же, утро же бывшу, ста Иисус при брезе, не вознаше же ученицы, яко Иисус есть. Глагола же им Иисус, дети, еда, что снедна им оте, отвещаше ему ни, он же рече им, верзите мреже одесную страну корабля, и обрящите, вергоша же к тому, не можаку привлече я от множества рыб. Глагола же ученик той, его же любляши Иисус Петрови, Господь есть. Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, и пендитом прибоясася бебана, и вержися в море. А друзей ученицы корабле придоша, не вешево далече от земли, но яко 200 локтей, влекущим режу рыб. Еда убоит лезуша на землю, видишь овок лежащий, рыбу на нем лежащую, и хлеб, и глагола имя Иисус, принесите от рыб, я же ясти ныне. Влез же Симон Петр, извлечем режу на землю, полну великих рыб, 153, и толико сущим не проторжися мрежа. Глагола имя Иисус, придите, обедуйте, не иди же змеешь от ученики истязать его, ты кто еси? Видящий, яко Господь есть. Приди же Иисус, и бред хлеб, и даде им, и рыбу також е. Все уже третий весь Иисус учеников своим, восстав от мертвых. Воскресение Христово, же поклонимся святому Господу Иисусу, едином безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое мы славим, Ты Божий Бог наш, разве Тебе Христом радуй всему миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушил. Твоего Сына, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. священномученика Иннокентия, преподобного Сергия Пресвитера, преподобного священномученика Николая и же в Верхнем Плутове, святых отец и же память мы не совершаем. Праведный Бог Отец, Аким Иоанна и всех святых помилуй и спасет нас, яко благ и человеколюбие. Первый день моего пребывания священной волгоградской земли. Этот день был исполнен не только новыми знакомствами, открытиями, но и приобщением сугубо благодати, в том числе и в совместной молитве. Я очень рад с вами разделить эту молитву и чувствовать вашу искренность и открытость сердец. Молитва, как учат нас святые отцы, является матерью добродетели. Если мы будем молиться, то сама молитва нас научит другим добродетелям, терпению, смирению, кротости и, конечно, любви. Мы часто теряем удивительный дар молитвы в суете наших дней, а некоторые и вовсе не заботятся о том, чтобы приобрести и стяжать этот духовный дар. Казалось бы, все в жизни есть, что кушать есть, где спать тоже есть, работа работается, ну, лоб перекрестил, что еще от меня требуется. А между тем, в некой притче раскрывается глубокий смысл, зачем нам с вами молиться. Некий странник в своем путешествии подошел к берегу реки и вынужден был воспользоваться услугами переправщика. Вот этот лодочник стал перевозить на другой берег странника. И тут обратил внимание, что на каждом весле что-то написано. На одном труд, а на другом молитва. И спросил странник лодочника: зачем ты написал на веслах эти слова? Чтобы всегда помнить и никогда не забывать о том, что на этих двух добродетелях строится наша жизнь. Ну хорошо, с трудом согласен, не будешь трудиться, не покушаешь, как говорится, не потопаешь, не полопаешь. А вот молитва-то, ну что такое молитва? Ну вот смотри. И поднял одно весло вверх. И тут желудка закружилась вокруг, закружилась. Вот так и в жизни. Когда перестаешь молиться, то кажется, что ты двигаешься, а реального изменения в твоей жизни, движения вверх или вперед, нет. Вот и мы с вами, особенно в эти священные дни, дни предпраздника Рождества, Святой Сочельник, должны задуматься о том, что мы принесем, какой дар Богомладенцу Христу. Вся Вселенная готовится к этой удивительной встрече. Небо приносит звезду, земля – вертеп, ангелы с пастырями славословия, волхвы путешествуют, чтобы ногам Иисуса принести свои дары. А что мы с вами принесем? Чем порадуем нашего Спасителя? Святые отцы говорят о том, что Вифлеемские ясли находятся в сердце каждого из нас. И Христос готов там возлечь, невзирая на всю ту нечистоту, которую имеет, увы, наше сердце. Он доверчив и беззащитен. Он доверяет себя нам. Но насколько мы доверяем им, зависит уже от каждого из нас. Зависит от того, как он постарается свою жизнь сделать хотя бы немножечко лучше. Научиться общаться со Христом, научиться молиться. И тогда не только сердце, весь мир станет немножко другим, станет немножко светлее, немножко лучше. Пускай мы не можем превратить землю в рай, но мы можем помешать превратиться ей в ад. И это зависит от нас, насколько мы сможем воспринять Христа в своем сердце, в своей жизни. С праздником, дорогие! Господь,